Сегодня мы по-прежнему находимся на полевом городе Оренбург, и в очередной раз я вам хочу показать работу нашего препарата Guard Gold. Ровно 90 дней назад мы внесли почвенный гербицид Guard Gold на подсолнечнике в норме 4 литра на гектар. И сейчас я вам хочу показать наш контроль и нашу делянку, где мы отработали. Вот так выглядит контрольная делянка. Здесь мы не работали почвенным гербицидом. Это наш контроль. Практически все в щирице. Перейдем на делянку, где мы отработали нашим гербицидом. Так выглядит поле. Ровно 90 дней назад мы отработали Guard Gold в дозе 4 литра на гектар. Практически нет сорняков.